11-й день марафона «Соляр», и это время для того, чтобы что-то сделать для общества, для людей, послужить им, проявиться, возможно, реализовать какие-то самые смелые новые идеи для того, чтобы принести пользу и благо миру. Подумайте, что в ваших силах, как вы можете сегодня послужить обществу, послужить людям, в чем-то им помочь, только не заигрывайтесь в спасательство. Это тоже неблагоприятно, потому что спасатель, он за счет спасения, помощи другим, закрывает какие-то свои боли, дефициты. А истинная помощь заключается в том, что когда у меня уже все наполнено, у меня все хорошо выстроено, налажено, я иду, да, 11-й день, это предпоследний день марафона «Соляр», всего 12 месяцев в году, 12 дней в марафоне, и 11-й день – это предвестник завершения, то есть к этому времени цикл закругляется, завершается, то есть человек должен уже быть в состоянии наполненности, зрелости, и тогда он идет отдавать дары, которых у него в переизбытке, другим людям, обществу. Вот. А что будет завтра, в последний 12-й день, вы узнаете завтра. Удачи вам и успехов!